Форсаж 4. Я назад не вернусь. Форсаж 5. Ну, когда мне последнее дельце исчезнет навсегда. Форсаж 6. Рио был моим последним делом. Форсаж 7. Последняя гонка. Форсаж 8. Устроим гонку. Форсаж. Ай. Ну и нахуй я это сделал. Ой, пиз. Итак, дамы и господа, здравствуйте. Давно не было видео на канале, но у меня есть оправдание. Вот выписка из отдела, где я сидел за превышение скорости. А точнее ее веса. Бара через тюнинг. Чтобы реализовать пятерку Баратрума на максимум, нам нужен максимальный мувспид. И для этого мы купим все возможное. Сделаем из старой развалюхи с максималкой 315 стоящий спортивный болид с разгоном до таверны за 2 секунды. Приступаем. С первых секунд начинается заруба. И, к сожалению, нашему керри килл не достается. Я в этом мире. Ищу только одного, блять. Покоя, умиротворения и вот этой гармонии от слияния с бесконечным вечным. Стоим с фантомкой против четверки холодильника. Даже жалко бить его, зная, что там, возможно, стоит холодненькое. С аппарата на лайне закуска в виде тройки в Райс Кинга. Не совсем свежий, но какой есть. Стартовый закуп у нас состоит из пары вардов, одной гранаты, двух веток и чипсов пива в виде танго. Не забываем про ремень безопасности. Это первый артефакт, который будет давать нам скорость, а именно 20 км в час. Выигрываем лайн нашему керри, просто сбивая крипчиков на светофоре. Но хочу предупредить, я за безопасность. Не сбивайте крипчиков на светофоре, лучше на дороге. Так вот, соперники настолько испугались, что позвали Всевышнего на помощь. И как правильно подветил мой керри... Но нас не сломить, и мы идем помогать нашей команде. Оформляем трипл килл и умираем от того, что соперники вернулись в таверны. Впрочем, ничего нового. Давайте подробнее о нашей сборке. Первые артефакты — это фейзы. Спортивные шины, которые дают нам 50 км в час и 20% скорости при активации. Накидываем сухую систему закиси азота, которая дает нам 20% к скорости, и оформляем килл на цемке вместе со штормом. Докупаем спойлер из Яши на 10% скорости, и также не забываем прокачивать педаль газа вместо талантов. Докупаем систему прямого впрыска закиси азота и получаем еще 5% скорости. Соперники захотели зайти к нам на ХГ, но мы на своем синем Ламборгини с кастомной V16 растолкали всех. Да, погибли, зато выиграли файт, в очередной раз сбив ульту ЦМ-ки. И сразу же после возрождения делаем двойной спойлер для лучшей прижимной силы. Урона на этой стадии хватает, чтобы снести бедному аппарату пол лица. Вот и пришло лето, а вместе с этим и новый ивент на Epic Loot. В новой бесплатной мини-игре, в которой тебе нужно объединиться с тиммейтами в рейде на босса. Атакуй Рошана одинаковыми стихиями, чтобы нанести больше урона. Зови друзей и сражайся с ними бок о бок. За победу над боссом получай призы и осколки Аегиса, которые можно копить на протяжении всего ивента и потратить их на халявные сундуки. А играть можно бесплатно раз в час. А также, пока держишь БП в доте, он уже есть у эпика с ДК-хуком и плечами на СФ на последнем задании. Скорее забирай и выполни 15-й квест, чтобы забрать легчайшую аркану. Ссылку на мини-игру с боссом, а также на боевой пропуск я оставлю в закрепленном комментарии. Так же, как и промокод на 15% к балансу и дополнительную попытку в мини-игре. А докупив кнопку переключения в спортивный режим, едем в очередной раз солить файт, сбивая ульт ЦМ-ки. Ща я, блядь, помесую. Ай. Ну и нахуй я это сделал. Ой, в пизду. Эх, придется травала покупать. Докупаем бархатные покрышки и идем файтиться. К сожалению, наш керри в это время в таверне. Оставлю комментарий ему. Найс,
Джесса. Вот это хорошее. Блядь, Рикича. Блять, 80 секунд. Блядь, ну, там реинкарнат. Такой прикольный. Ну, на шторме летай вортексом, стягивай, ну, тяни время. У нас еще глиф на Т4. Так а на Т3, блядь, не трати, пожалуйста. Рики вот тут. Есть контроль. На шторме. На шторме! Соло! Хорош! Молодцы. Соло на шторме. Ой, сейчас проиграем игру. Чё он делает на шторме? А, убил. Ладно, все, молодцы, фрики. Вы победили. Молодцы. После объявленной нашим Керри победы, она была не за горами. Приняли файт на Рошане. Это ГГ. Рики, одно хп. Вот он. Хорош. Этот... А, не, подожди. А, я ум. Ну то. Аппарат. Аппарат. Соло аппарат. Ну дай чардж на пиве. А, Рики, бай. А после поймали Рики и пошли заканчивать игру. Апнув, конечно, наши покрышки в золотые. А также, впервые за 4 тира мне дали шмотку на мувспид. Деремся на ХГ, как всегда, под комментарии фантомки. Бля, неплохо, ладно, хорош. Я бегу. Я не в тому. Блядь, Зевс убежал. Ломаем трон и благодарим команду. Все, спасибо всем за игру, удачи. Спасибо. Вот такие итоги игры. Если вам понравилось, не забудьте оценить видео и подписаться на канал. Всем спасибо за просмотр.